После победы, одержанной ассасинами над тамплиерами, в Лондоне на 20 лет воцарился мир. Но настала осень страха. В 1888 году, после череды кошмарных убийств, Лондон оказался во власти теней и ужаса. Даже бордели казались теплыми и уютными по сравнению с улицами Уайтчепела, где проституток убивали, уродовали и оставляли на всеобщее обозрение. Джейкоб Фрай охотится за неуловимым убийцей, чтобы положить конец царству ужаса Джека-потрошителя. Живее, мистер Финч! Это настоящая сенсация! Мистер Уиверсбрук, у вас есть другие письма потрошителя. Я же просил вас не приходить. Не надо публиковать его письма. Вы превращаете неизвестного злодея в легенду, а именно этого он и добивается. Джейкоб, я тебя нашла. Потрошитель. Он снова убил. Кэти! Он не мог. Как же так? И Лиззи. Они обе. За одну ночь. Нелли, помни, что я сказал. Ступай. Сколько еще ассасинов должно погибнуть, чтобы ты увидел истину? Всего лишь один, Джек. Очень жаль, что ты не поверил, Джейкоб. Теперь мне придется убить тебя. Я знаю, что ты там, Джек. Повелитель ужаса боится показаться? Я твоя тень, Джейкоб. Я убью всех, только чтобы добраться до тебя.
Давай, чудовище! Покончим с этим! Беги, Джейкоб, но я тебя поймаю! Мне нужно лишь идти на запах. На запах раненой дичи. Тебе от меня не спрятаться. Да мне тут убийца за людьми охотится. Стой! Тебе нужен я? Так убей меня! Это не наш путь. Это мое кредо! Тебе не уйти от меня! Спрятался в свою норку, мышонок. Куда ты собираешься, Джейкоб? Джек, ты болен. Понимаешь, в чем ирония, брат? Джек. Только ты знаешь, кто такой потрошитель, но не можешь никому рассказать. Ведь это уничтожит тебя и ассасинов. Нет, 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 нет! Джек, мы можем тебя вылечить. Вылечить меня? Я и есть лекарство.
Мисс Фрай? Инспектор Аберлайн. И зачем вы притащили меня сюда? Мы охотились за потрошителем несколько месяцев, и у нас нет ничего. Ничего, о чем можно рассказать. А я тут при чем? Брат вызвал меня из Индии. Это не может подождать. Вполне вероятно, вы последний ассасин в Лондоне. О чем вы? Где Джейкоб? Знать бы. Ваш брат исчез. Ему на смену пришла неуловимая тень, виновная в самых жутких преступлениях в Лондоне. И вы не считаете это совпадением? Убийца разборчив, хладнокровен и не оставляет следов. До этого с подобными людьми мне довелось столкнуться лишь однажды, когда я работал с вами. И поэтому Джейкоб вызвал вас перед тем, как исчез. Думаете, он мертв? Не хочу в это верить. Но если так, лишь вам под силу остановить потрошителя. Идем. Когда вы его остановите? Я покажу, где потрошитель впервые убил. Паразиты! Первыми обо всем узнают журналисты. Они затаптывают улики, мешают работать. А на завтра заголовки буквально брызжут кровью. Пара сотен ярдов между Флауэр и Дин-стрит настолько опасны, что даже лучшие констебли боятся по ночам патрулировать в Уайт-Чепел. Проходите! Бесстарные лентяи! Катись к чертям, ленивое отродье! Возьмем экипаж. Еще одно тухлое яйцо — это слишком. Я поведу. Что с этим районом? Уайт-Чепел — это преступная клоака, мисс Фрай. Царство ужаса. Молодец. Богатые все время становятся богаче. А здесь процветает нищета и каждый день битва за жизнь. Вот так. Журналисты пишут, что Уайт-Чепел — логово дикарей, чудовищ и оборотней, которые держат честных граждан в постоянном страхе. Перед потрошителем. Мы недалеко от места гибели Мэри Энн Николс. Ее называли Полли, по крайней мере, друзья. Но женщина, убитая здесь, не та, которую я пару раз видел в пабе «Сковорода». И кем она была? Я надеялся, вы мне скажете. Посмотрите сами. Здесь потрошитель убил первую жертву. Тело мисс Николс опознали? Муж не видел ее 11 лет. Он едва взглянул на бедную женщину, после чего заявил, что прощает ее за то, что она сделала с ним. В газетах раструбили о том, что на пальце мисс Николс остался след от кольца. Его сняли силой, как и в случаях с другими жертвами. Что удалось найти? Один момент.
Я нашла кольцо жертвы. Кольцо ассасина. Думаю, она выбросила его в пылу борьбы. Отчаянная попытка защитить братство. Вы думаете, их выбрали? Да. И газеты винят полицию, меня, в том, что мы позволили ввергнуть город в пучину первобытной жестокости. Мне пора, мисс Фрай. Есть еще дела у Уайтчепеля. Всего хорошего, инспектор. И спасибо. Надо уменьшить влияние Джека на банды Лондона. Back away, or you'll find trouble. Слишком близко, признаю.
Инспектор, следствие отмечает, что мисс Николс устроила настоящий пьяный спектакль в ту ночь. Как считаете, мог Джейкоб подговорить ее? Стать приманкой? Не знаю, что и думать, мисс Фрай. Джейкоб жил неподалеку, в самом сердце этой клоаки. Будьте осторожны. Я вас не подведу. Something is going on. Вперед! Ну, тихо. Вперед! С дороги! Вперед! Ну! Тихо. С дороги! Тихо, тихо. Давай! Быстрее! Давай! С дороги! Спокойно. Оружие устрашения. Почти как на тренировках с индийскими братьями. Еще знаки. Что я пропустила? Столько крови. Надеюсь, не твоей, братишка. Письмо? Последний раз был шикарен. Леди даже не пикнула. Как они меня поймают? Я люблю свою работу и буду ее продолжать. Скоро вы услышите обо мне и о моих шалостях. С прошлого раза осталось... Красная жидкость в бутылке из-под имбирного пива, но загустела. Писать ей не выйдет. Обойдусь красными чернилами.
Здесь должно быть что-то еще. Последний раз Генри, мой брат и я были вместе в Индии. 15 лет назад. На этой фотографии мы стоим лицом к храму Кали. Это один из тех, кого Джейкоб обучал в братстве. Как там его? Дружище Джек. Тот еще сорвиголова. Прям как мой брат. Еще знаки. Что я пропустила? Я все поняла. Богиня Кали, мой подарок, когда ты был в Индии. Одна женщина может помочь. Прости, тут приходит на ум наша давняя соседка. Лишь бы за что простить? Что он пытается сказать? Мы любили Нелли? Может быть, он говорит о проститутке? Недалеко от квартиры Джейкоба есть бордель. Начну с него. Смотрите в оба. Эта бомба нагонит на них страху. А, черт! Всего святого! Черт! Надеюсь, Нелли что-то знает о тебе и выведет меня на Джека. Если бывший ученик Джейкоба потрошитель, то он наш потрошитель. И я его поймаю. Нелли сегодня видели? А зачем тебе Нелли? Кто ты? Если друг, быть может, уже поздно. Где она? Пошла к леди О. В компании скотов, которые за нами присматривают. Лучше поторопись. Ну же, пошли, Нелли. Леди О ожидает тебя. Я не пойду. Отпустите.
Надо найти Нелли, пока ничего не случилось. Так и надо. Постой. Давай. Куда делся экипаж? Нелли в смертельной опасности. Вот экипаж. Наверное, Нелли уже в доме. Я тебя поймаю и повешу на мосту. Нелли где-то здесь. Под охраной и в смертельной опасности. Конечно, я рада помочь. Страшно, мисс, но я... Не вынуждай калечить тебя на глазах у гостей. А! Убери от меня! Тише, не верещи. Леди Овер. И сегодня я с радостью сообщаю вам, что со временем мы возьмем под опеку. Не бойся. Сестра Джейкоба. Здесь говорить нельзя, меня убьют, она узнает. Кто? Леди Оуэрс. Джейкоб сказал, надо убить ее, чтобы найти его. Улыбайтесь и будьте вежливы. Или потрошитель навестит вас, красавицы. Мисс Фрай. Возьми Нелли и убедись, что эта женщина не следит за нами. Где она? Так, мне за этим экипажем. Быстрее! Вперед! Но! Давай! Быстрее! Она уходит. Потише. А ну, стой! Леди Оверс, ой! Нелли, прости меня. Она обманула вас и сбежала в свой особняк. Надеялась, что я убью тебя. Она ждала вас, мисс Фрай. Она рассказывает Джеку, что творится в Лондоне. Убью ее, и Джеку придется выйти из тени. Эй! Скоро мы встретимся, обещаю. Леди Оверс ожидает меня.
Не буду ее разочаровывать. Джек больше не будет терроризировать проституток. Старион! Тише. Мисс, я буду вынужден применить силу. Но! Вперед! С дороги! Притормози, бати! Не стой так быстро! Я тебя разорву! Но! Быстрее! Иди к черту! Сдавайся! Бьёшь, как моя бабка! Тише! На ловушке! Время заткнуться! Уже...
Тихо, тихо. С дороги! Тормозите! Постой. Тихо. Ну, тихо. Вперед! Быстрее! Ну, давай. Защитник королевы Каролины, основатель общества распространения полезных знаний, поборник прав на свободу рабов и других слуг. What's the trouble? It isn't trouble so much as disappointment. It's just always the same here, day in and day out. Grey in the morning, grey in the afternoon, grey in the evening. A touch of sun if we're lucky, but never more than a Уходи! Ради всего святого! Что, поджилки трясутся? Чего дрожишь? Было в воде! И нет ее! Там какая-то девка! Кто? Я тебе башку! Чёрт! Чёрт! Я тебе башку пробью! Сорвался! Назад! Я тебя знаю! Женщину. Она под прицелом! И скажу свиньям! Ау! За ней! Кочерку посажу. Ха-ха-ха!
Убейте ее! Черт! В саду, говорит, закопай. Как собака кость зарывает. Паршиво это дело. А если и меня? Мы ожидаем мисс Фрай. Предупреди всех и не показывайтесь на глаза. Мы тут по-прежнему ведем дела. Вкусите же вино мое медовыми устами, и я расскажу вам восточную легенду о несчастной любви. Ты возвращайся к нашим гостям, если мисс Фрай не перережет нам глотки. Это точно сделает потрошитель. Ей сюда нельзя! А ну, хватай ее! Нашел! Мне это наскучило! Считайте, что она мертва! Черт! Она просто еще! Вот тупица. Thank you.
Вы меня слышали? Если она и зайдет сюда, то только через ваши трупы. Будьте начеху или сдохните, и даже лица ее не разглядите. Надеюсь, не надо напоминать, что если что-то случится с леди О, нашей работе придет конец. Мне нужно проведать леди. Кто это? Это вы, мистер Джек? Покажитесь, мисс Фрай? Никого. Возьми себя в руки, Уильям. Не спите, мистер Джеймс. В темноте она неуловима, как мистер Джек. Ей сюда нельзя! Я тебя на ремни пущу! Вы конечно нам помогаете, мисс? Нет. Я рассчитывал увидеть лорда Гилла. И где наш приятель мистер Уиверсбрук? Он не пропускал ни одной встречи клуба. Я слышал, Гилл в трауре. Эй, красавчик. Давай я тебя утешу. Ну, официально никто. Все держит. Моих старших... Говорят, ты любишь пожёстче. У меня как раз есть... Кто это? Кто? А ну, хватай! Ей сюда! Хватай ее! Черт подери! Черт! Эй, что за дела? Эй, что за дела? Черт подери! Черт подери! Эй, что за дела? Черт подери! Эй, что за дела? Черт подери! Черт подери! Эй, что за дела? Черт подери! Эй, что за дела?
Значит... Сюда! Эй, сюда! Сюда! Здесь какая-то... Посмотрим, как ты после запоешь. Это ты так бегаешь? Кто видели это? Видели женщину? Ага! Ей сюда нельзя! Вот ты где! Иди к черту! Я тебя выпотрошу! Беги ее все вместе! Разберемся с этим! Поглядим, что у тебя внутри. Сюда кто-то Ей сюда нельзя.
бы ты ни был, покажись! Мисс Фрай, вы попали сюда. Благодарю, мисс Фрай. Если честно, я боялась смерти от рук потрошителя куда больше, чем вас. Что вы сделали с ними? Как раз сейчас их развлекает потрошитель. И скоро к ним присоединится мистер Уиверсбрук. Надеюсь, я не опоздала, мистер Уиверсбрук. Thank you.
just stay at home. I don't need to deal with this sort of treatment. Здесь посторонний! Господи Иисусе. Да, долг ты мне...
Не будь скрягой, друг. Ты совсем охамел? Третья сигарета за неделю. Эй, эй! А? Стой! Ворону вернись! Черт! Предупреди, леди О. Нет уж, я жить хочу.